Это тоже нормальная технология, блядь. Моментально, конечно, это лет тебе, блядь, на 50, наверное, должно хватить. Ну да. Я просто хочу на память снять дороги. Вроде шикарная дорога сейчас. Вся шикарная. Мне кажется, а что тут, блядь, эти мотоциклисты, сука, не катаются? Я считаю, мотоциклистам тут на заднем колесе самый раз. Так. Красовикам. С прыжками. Какая-то хуйня едет. Ни хуйня, газель. Газель. Смотри, никто не превышает скорость, смотри. Security. Все едут, соблюдают. Дорожные знаки все. Это значит с Харькова. Куда это? В Шевченко, да, за дорога? Какая пиздатая дорога. Это еще нормально. Точнее, еще мало километров. Здесь 10 километров вот этой хуевой дороги.